Не хочет снимать? Да вы что? Марсель, ну давай тогда посмотрим сейчас, во-первых, как у тебя дела, нужно ли действительно снимать. А потом, если снимем, если ты очень будешь нас просить, мы тебе ее можем на память оставить. Аппарат сейчас можно уже будет снимать. Помнишь, когда изначально аппарат поставили, тебе не очень удобно было? Вот с этим точно так же, когда мы его снимем. Но это пройдет. Попробуй языком, как ощущаешь? Сколько? Ты можешь нормально языком говорить, попробуй. Спокойно. Чтобы выключили, чтобы слышно было. Держи твой аппарат, ты к нему привык, не хотел с ним расставаться. Можешь хранить на память. Изначально то, что у нас были верхние зубы внутри, сейчас они стоят так, как они должны стоять. Уздечка так и сохраняется. Видите, побеление, когда мы рамочки устанавливаем. Скорее нет, но это требует наблюдения. Будем оценивать. Если признаки какие-то появляются, естественно, я буду рекомендовать проведение пластики уздечки, но в большинстве случаев этого не требуется.